Подожди, мне просто интересно, кем я у тебя буду? Подожди, иди на центр, посмотри, кто я такой. Ты Стив. Ты уверен, что я Стив, а сейчас? Стив. Ты видел, что у меня сейчас происходит? Что это за жопа? Что, в смысле, не понял? Офигеть, что такое трансформер какой-то? Потом меня на видосе, наверное, посмотришь. А, да, слышишь? Ты у меня превращаешься в трансформера там. Смотри. Ты у меня ходишь, то пони, короче, как пони в виде чьей. Смотри, свинюха, опа, опа, овца, опа. Я когда смотрю на тебя, этот бак, я когда смотрю на тебя спереди, ты нормальный. Когда сбоку смотрю, ты какой-то странный. Да. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать прятаться друг от друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое спасибо за вашу активность под нашей предыдущей серией троллинга прятками. Собственно, только благодаря вам мы продолжаем снимать эту рубрику. Поэтому, ребята, прямо сейчас ставьте огромнейший палец вверх на вот эту серию, если хотите больше видосов с прятками. Чем больше лайков наберем, тем больше пряток и вообще троллинга будет выходить. Да, да, я пошел показывать, что я построил, все, давай. Пока-пока. Это моя, это мое, ты куда пошел? А, да. Опять второй раз уже. Ой, все, давай. Все, давай. Пока-пока. Ну, в принципе, ребята, вот мое местечко для пряток в этой серии. Я не буду объяснять, что тут будет, где тут будет. Я просто вам покажу то, что у меня тут много НПСов, много различных территорий. Вот тут у меня лапис, лазурит, как он называется. Тут у меня кварц, тут у меня, как вы видите, редстоун. А тут у меня водичка. С тростником. А внутри у меня прям какой-то дворец со снега и много всяких снеговиков. Жека, наверное, 100% тут будет искать меня. Где же я нахожусь? Где же я нахожусь? Будет бить всех снеговиков. И также вот этих всех НПСов, но не сможет меня найти. Я уже придумал, где я спрячусь. Я замаскируюсь под воду. Да, и он меня не сможет найти, потому что тут в первую очередь есть уже как бы НПС, он заметит. А кто это такой? Да кто это такой? И начнет его бить, но этот НПС его 100% убьет. А я замаскируюсь где-то вот тут. И Жека меня точно не сможет найти, но это мы еще посмотрим. Поэтому, ребята, чтобы не рассказывать вам все свои секреты и тайны на вот этой карте, чтобы сохранить интригу, давайте Жека начнет меня искать, и вы потом сами увидите, как это все будет происходить. Поэтому, наверное, сейчас пойду и буду искать Жеку, потому что я к нему буду ходить первым. И давайте посмотрим, сможет ли он удачно от меня спрятаться. Ну что, Эдуарду перед яду, идите, я вас жду, я вас жду. Ой, ты что кричишь? Ты там спрятался? Нормально спрятался, не? Ну, как тебе сказать? Мне тут такие хорошие пейзажи перед мной открываются. О, ребята, вы видите, что этот израчуга опять построил? Вот и скажите, что не израчуга, да? Конечно. Вообще не израчуга, совершенно не похож на карту. О, смотрите, Эдисон сразу полез в сиськи. Все понятно, Эдисон с тобой сразу в сиськи полез. Ладно, я тут пока посижу. А может не посижу, может побегаю. Вот, Эдисон, собственно, тут есть куча всяких разных фейков, возможно, да? А, тут также есть еще пони, в которых, возможно, тоже я могу прятаться. Поэтому ищи, Эдисон, тебя же тут... сложно так. Ты не свинюшка, да, как я понял? Или свинюшка? Хорю-хорю. Так, ты свинюха, да? Нет. Так, ладно, сейчас мы... Это не я, уйди от меня, уйди. Хватит меня преследовать. Так, ой, где? Жека, мне нужно к тебе тпхнуться. Нет, в смысле, не надо. Да сложно, что так, а где я появился вообще? Чего у меня спаунпоинта не было? Ты поставь спаунпоинт, поставь. Жека, где я? Ну давай, где да, ты я там? Лечу еще до сих пор, сейчас спаунпоинт поставлю. Все, давай, спаунпоинт, гемот выключи. Да, А ты не забыл F1, да, не забыл? Ой, ну все. Ну вот сейчас уже поставил, да. Надеюсь, ты меня не видел, потому что... Да не, если бы видел, я бы тебя уже... Так... Да. Так, Эйфелева башня, это единственное, что у меня нет пошлого на карте. Ты видел, да, как я его построил? Эйфелева башня, если ты не понял. Если ты спалился, то что нужно включить F1, значит это не ты 100%. И вот это не ты 100%. Сложно. Возможно. А может и нет.
Да потетай. Так, сейчас. Значит, так, а может и на писюне вот этом огромном? Да, это главный писюн на этой карте. Возможно, я и там. Может и нет. Да чё это за... А почему я его убить не могу, Жека? Не знаю. Это ты. Это 100% ты. Так, ладно. Ладно. Ща, ща, ща. Вот знаете, писюн полез. Я этого не могу убить почему-то. Видимо, тех, которых бить не можешь, это не я. Так, так. Где этот паршивец? 100% пони, мне кажется, в этой серии будет. Потому что в предыдущей серии он был... Так, сейчас. Мне кажется, я его уже пропустил, но ладно, я просто хочу проверить. Это ты пос... Нет, это не ты. Ты так по-дурацкому не спрятался. Это ты... Говнюк! В смысле, а как я спрятался? А ты у меня не, а ты у меня не лежал, а стоял. Я стоял, а я у себя лежал. Это нечестно! Я как бы, знаешь, я вот так вот лежал. Сейчас тебе покажу, как это. Вот так. Ты у меня не лежишь. В смысле? Да, вот сейчас лежу, вот сейчас, да. Да как, ну блин! Ну ладно, ладно, не повезло тебе, Жека, в этот раз. Спалили меня в говне, лежу тут, видишь, ты понял, да, что это какашки лежат, если попы, которые высыпались. Да? Это какашки. Попа, а не только какашки высыпались. Так, ладно, Жека, подожди, я сейчас прячусь, я тебя приглашу, подожди немного. Хорошо, хорошо, я жду. Так, ребята, я уже знаю, куда я сейчас спрячусь. Я пью подводное дыхание, и я пью зелье невидимости. Потом одеваю вот эту броньку. И иду прятаться вот куда-то сюда. Я... Где я спрятал? Жека меня вообще никогда в жизни так не найдет. Так, ладно, нужно ему немного помочь. Да, вот как-то вот так хотя бы. Как-то хотя бы вот так, вот. Жека, он меня никогда не сможет найти. Поэтому он уже матерится что-то. Он уже там матерится что-то. И давайте, ребята, давайте позовем его. И посмотрим, сможет ли он меня найти. В чем я, ну прям, очень сильно сомневаюсь. Вот прям офигеть, как сильно сомневаюсь. Но все же, дадим Жеке шанс. Ну, Жека, ну давай, я тебя жду. Так нечестно, я скажу, ребята, он четырюга, у меня я лежал, а у него я не лежал. А, один, я включил, все. Это Майн залагал, так что я тут ни при чем, как бы. Но, Жека, давай ты меня ищи. Удачи тебе. Надеюсь, ты меня так в этой серии найдешь. Ой, мне просто тут не очень интересно, знаешь, поэтому... Ну, я буду надеяться, что ты все же меня найдешь, Жека, честное слово. Так, раз тебе не очень интересно, значит, ты не один из этих Стивов. Я вот потом... Ого, ты можешь тут... Да, я не знаю, Жека, ищи. Не, ну я, в принципе, попробую ударить, потому что мне как-то никак проверить по-другому не смогу. Ау! Ты спаунпой поставил? Да, поставил. Так, меня очень ближе поставлю. Спаунпоинт. Да, так, да, ну да, все. Так, ну хорошо, начнем, пожалуй, вот с этого, вот этого непонятной штуки. Ага. Не, ну ты бы так где дерьмово не спрятался. Я бить не могу. Это. Если я бить не могу, это ты или не ты? А? Эдисон! Не молчи! Эдисон! Алло! Тебя слышно вообще? Ну, Эдисон. Ты меня будешь искать сегодня, нет? Алло, ты меня слышишь вообще? Ну да. Я спрашиваю, если я бить не могу, то это ты или не ты? Это я тебя убил сейчас? Сука, как ты меня нашел, а? А почему ты мне не отвечаешь? Да потому что ты меня нашел за секунду. Ты у меня как бы стоял, понимаешь? Да-да. Такая же хрень, как и у тебя была. Ну что, ребята, в связи с тем, то, что и у меня, и у Жеки Майн залагал, и то, что мы не лежали, а стояли, мы нашли друг друга очень быстро. Поэтому у нас такие правила, то, что я сейчас отправляюсь на свою же карту, где уже спрятался Жека. А потом мы поменяемся, я спрячусь на его карте, да, Жека? Да, я в таком месте сижу, я просто карту Эдисона не знал, я как бы просто... Ты не забыл Афатин, да, включить, надеюсь, на этот раз? Нет, не забыл. Так, тут двери открыты, значит, ты можешь где-то вот тут. Не, меня тут нету.
Да ну ты охренел совсем! Как? Как? В смысле? Ты у меня с Жекой был, я сотру Жека, стоит дебил без ски... со своим скином. В смысле? У меня не включилась моделька этого снеговика? Ты совсем издеваешься? Да ну я снеговик у себя. Туман лагает, походу. Что делать? Че за бред сегодня с Майлем творится? Я такой подхожу, Жека тебе стоит на расслабоне. Ладно, будем считать, что ты меня быстро нашел, давай прячься. Так, может нам сервер загрузит, лаги какие-то. Да не, нормально. Да, вообще нормально. Подожди, сейчас превратись в пони, превратись в пони. Посмотрим, ты будешь пони или нет. И после этого уже это будем думать. Я сейчас кто у тебя? Ты у меня сейчас Эдисон. А я сейчас летучая мышь. Я понял. Ну, окей, подожди, тогда не превращайся. Вот пони, вот. А, ну да, ты пони, все нормально, только меч вдруг убери. Так, ладно, я пошел. Давай. У тебя до сих пор меч в руках, если что. Да я понял, давай. Окей. Ой, ребята, я боюсь. Слышишь? Подожди. Мне просто интересно, кем я у тебя буду? Подожди. Иди на центр, посмотри. Кто я такой? Ты Стив. Ты уверен, что я Стив? А сейчас? Стив. Ты видел, что у меня сейчас происходит? Что это за жопа? Что, в смысле? Не понял. Офигеть, что такое трансформер какой-то? Потом меня на видосе, наверное, посмотришь, что ты вначале. А, начал... да, слышишь? Ты у меня превращаешься в трансформера. Там, смотри. Ты у меня ходишь, то пони, короче, как пони в виде человека. Смотри, свинюха. Опа, опа. Овца, опа. Я когда смотрю на тебя, этот баг, я когда смотрю на тебя спереди, ты нормальный. Когда сбоку смотрю, ты какой-то странный. Да. Ну, а чё, Жека? Давай, ну, ищи меня, ищи. Я просто надеюсь на то, что ты не сразу не найдешься. О, Господи, помилуй, что ты здесь больше пони наспавнил или что? Где? Не, они просто размножаются, Жека. Что-то как-то их много стало. Блин, тут явно кто-то из них ты. Мне кажется, ага, что они такие реактивные. Так, я помню, где я расставлял NPC. Вот здесь он был. Ну? Хотя, может, это и есть ты? Подожди, он не бьется. Не, подожди, если ты у тебя гемот один, ты мне там сразу скажи. Да, не, Жека, все нормально, ничего у меня нет. Да, ты просто ищи, да, верь в себя, Жека, давай. Хорошо. Нет. Я вообще бью мечом, нет? Да. А ты можешь включить таймстоп-ноль, чтобы я просто не могу F1 выключать? Так. Ой, извините. Ой, сейчас Жека же, ой, блин, ты, кажется, понял, сейчас быстренько я добегу. Да, ну давай. Я уже бегу. Так. Я тебя найду. У тебя на карте вообще негде было спрятаться. Это, наверное, самое какое-то тайное место у тебя на карте. Потому что я не знаю, что ты вообще тут построил. Это жопа какая-то, Жека, честно. Ага, то есть это какое-то место... Ага, самое тайное место. Сейчас что-то найду. Где-то здесь, мне кажется. Нет? Нет. Угу. Ты ищи, Жека, давай. Тут много писюнов, так что я могу быть под каким угодно. Так, ладно. Так, тут было, тут было. Нет, это точно не ты. Может быть, на писюне? Может быть, может быть. Давай, ищи. Да, именно там. Да блин, я не знаю, где ты, Эдисон. Пропустите меня, тупые пони. Так, ладно. Может быть, тут? Ну ладно, нет, посмотрим. Так. Ну да, может там, а может... Может да, может там. Да. Да в смысле? Так, мне уже ты нравится. Я не могу тебе найти. Здесь маленький говнюк. Может быть, где-то тут? А может быть, а может нет. Не знаю. Так. Ладно, тебя тут тоже нет. Ты там так, ходи по какаха, походи по какаха, да. Тебя тут нет нигде! Ой. Листву сломал. Блин, а где ты? Я реально тебя не могу найти. Так, говоришь, на писюне, да? А может, откуда я знаю, где я же? Так, ну ладно, я все чекну под писюнами. Перед писюнами точно ничего нет. Может, на какашке?
ищи. Нет. Юб, давай ищи, ищи. И буду тыкать на все. У тебя тут нет. Ага, может. Ага, может реально ты сказал? Че? То не. Подожди. Я не смогу залезть на эти белые блоки. Значит, мы там. Ну, не знаю, не знаю. Что-то какой-то ты подозрительный, Эдис. Точно сильно. А может быть тут где-то? Можно как-то посмотреть так. Вот. Может, ты реально залез под писюн, или что мне тут... Вряд ли под писюн. Да, не, вряд ли. Мне тоже кажется, что вряд ли. Да нет, Эдис, это же подсказка, я не понимаю. Я тебе даю подсказку всю игру, все 4 минуты, подсказку просто. Подсказка за подсказкой, подсказка, подсказка, подсказка. Я уже давал подсказки? Я тебе до сих пор их даю. Чего? Слышь, ты не понял. Твои подсказки какие-то неправильные. Так, берись отсюда. Ой, Жека. Ой, ой. Твои подсказки не работают. Я не могу тебя найти. Ой, почему не работают? Я тебя не могу найти. Ну ты ищи, давай, ищи и сдавайся, Жек, потому что тебя не знаю. Значит, самое секретное место, да? Не, ладно, подсказка, не самое секретное место. Ага. Угу. Не самое секретное, не самое очевидное, да, место? Откуда я знаю? А-а-а, да ты пони по-любому, вот я уверен. Ой, не может быть. На. А, да, сейчас бы всех бить, сейчас бы ходить всех бить. На, Не, Жек, ты должен определить манеру поведения, где НПС, а где я, понимаешь? То есть ты все-таки пони, я тебя спалю, да? Это да, ты? Дам тебе подсказку. Ай, твою там... А, Жек... да ты не пони, нет, ты меня обманываешь. Да пони, пони, даю тебе подсказку. Ребят, поможем Жеке, он уже напарился. Нет, это не ты. Может, это ты? А-а-а! Жека, ну нельзя так всех подряд добить. Да я всех подряд как бы уже умираю и бью. Ты? Ай, нет, не ты. Я уже забываю, каких я бил, каких я не бил. Может, вот этот ты? Нет. Остань, псих. Остань, ты чёрт, псих. Ой, Жек, я уже заколебался, честно. Тут реально стало больше пони, я понял. Да, да, да! Ты понимаешь, что я 6 минут тупо прыгал, вот так прыгал. Да круто, они тут все прыгают. Поэтому я влился в толпу, понимаешь, так прыгаю. Ох, ты ошибаешься. Я-то думал, что он где-то спрыгнул. Знаешь, говорю. А вот у меня почему-то, я не превратился в стыковика, я стоял как дебил просто. Я понял, как я прихожу, Жека стоит себе, ну ладно. Ребята, вы видели у меня на видосе, я был сраным стыковиком. Ну чёрт. Да, я не знаю. Ну, в принципе, ребят, мне кажется, можно поставить лайк на вот эту серию, если хотите больше троллинга, больше пряток. Если будет много лайков, то мы будем, Жека, записывать прятки, троллинг как можно чаще. Да, и, ребята, не забывайте комментировать видео, можете там предлагать какие-нибудь новые идеи для этой рубрики, мы обязательно почитаем, обязательно оценим и обязательно вам ответим. Да, ребята, поэтому ставьте большущие пальцы вверх и большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. У меня крипер упал. Всем пока.